В декабре Владимир Мунтян посетил Киевский городской клинический онкологический центр. Дети, родители и весь медперсонал, все без исключения, были рады такому гостю. В этот день были привезены так необходимые препараты для химиотерапии, а также каждому ребенку большие сладкие подарки и игрушки. Во время дружеского общения Владимира Мунтяна с детками и мамами было решено, что каждый ребенок в канун праздника Нового года напишет свою мечту о том, какой подарок они хотели бы получить. Детки сильно обрадовались этой новости, ведь пребывание на стационарном лечении в онкологическом отделении они видят так мало радостных и ярких моментов. С Владимиром Мунтяном мы знакомы уже больше 5 лет. Это человек с большой буквы и с очень большим сердцем. Владимир приезжает к нам в отделение детской онкологии, общается и с детьми, с родителями, с персоналом. Всегда обращает крайне важное внимание каждому ребенку. Спрашивает, что им нужно, спрашивает и у детей, и у родителей. Всегда оказывается моментально помощь. Помощь оказывается адресно деткам, помощь оказывается для всех детей на отделение. И неважно, о какой сумме идет речь, Владимир всегда отзывается на любую просьбу о помощи. И всегда мы получаем помощь. Поэтому мы ему очень благодарны и медики, и пациенты, и родители о том, что никогда не получают отказа. Кроме того, он и морально им большую помощь оказывает, поддерживает их на этом нелегком пути. В настоящее время дети все ждут очень Нового года. Все пишут письма с пожеланиями о том, какими они хотят подарки получить. И я уверена, что раз Владимир Мунтян пообещал их подарить, то дети обязательно получат свои подарки. Спасибо ему большое, крепкого ему здоровья. И мы надеемся на дальнейшую нашу дружбу и сотрудничество. Благодаря вниманию Владимира Мунтяна и всех партнеров, у этих детей появится возможность получить подарок, который скрасит их пребывание на лечении. Ведь многие из этих маленьких пациентов находятся в этом отделении месяцами и проходят курс лечения, который у большинства длится больше года. На сегодня помощь, которая оказывается благотворительным фондом возрождения Владимира Мунтяна, для этого детского онкологического отделения неоценима, для каждого маленького пациента этого учреждения.